Всем привет, с вами я, Катрин, и вы на канале Карта. На сегодня очень актуальна тема про моду, про школу. И я сниму, в чем я буду ходить в этом году в школу. Ну, такие основные. Вот. Ну, а перед началом ролика я вам еще раз напомню то, что я меняю свой канал на бьюти. И буду вам рассказывать и показывать все, что я сама знаю. Я сейчас очень интересуюсь этой темой. Может, в будущем я буду рассказывать вам про всякие эстетики. Ну, это мы посмотрим еще. Предлагайте, что мне снимать. А сейчас мы поехали, и первым, наверное, в школу это будет. Сейчас увидите. Начну с того, что мне нравится. Мне больше всего нравится это платье. В этом платье я пойду на 1 сентября. Это платье из Зары. А этот ремень, я не знаю вообще откуда. Мне сестра его отдала. Вместе с этим я буду носить эти кроссовки. Мы сейчас заказываем другие кроссовки, но пока они не пришли, я буду в этих. Вот. Вот. Сейчас следующая форма будет тоже платье. Это юбка из Gloria Jeans. Сейчас она мне уже не очень так нравится. Я думаю, я вот так вот буду, ну, редко носить. Вот. Это футболка из Zara. Можно заправить вот так вот и вытащить. И получается вот так вот. Также я буду носить, если я, конечно, буду носить эту юбку с вот этими двумя кофтами. Тоже они все из Зары. А я примерять не буду, потому что с юбкой я вряд ли буду это носить. Вот. Итак, следующий костюм будет со штанами. Я поставила камеру, чтобы она более-менее в полный рост была, чтобы вы видели, как эти штаны выглядят. Так, я буду носить эти штаны с этой кофтой. Либо ее вот так вот заправить тоже как юбку. И это выглядит так. Эти штаны можно брать по размеру. Но я взяла на 163 или 164, я не помню. Они тоже из Зары. И вот так вот. Еще с этими штанами можно вот эти две кофты. Это водолазка из Зары. А это кофта. Ну, сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Так, и вот так вот эта кофта выглядит. Но, по-моему, это более-менее. Тоже, я думаю, можно будет заправить. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, такое. Можно добавить сюда ремень. И заправить кофту. Но кофта для... Эта кофта не для... Не чтобы ее заправлять. Вот так. Либо эту кофту можно носить с леггинсами. Вот, это тоже кофта из Зары. И сейчас я вам покажу третью кофту, которую можно носить с этими штанами. Так, и вот такая вот водолазка. Ну, вот. Вот ее, я думаю, можно заправить. Вот. И вот так вот расправить. Это будет моднее, чем ее не заправлять. Можно сюда добавить ремень. Любой. Абсолютно. Я сейчас другой добавлю. Мне надо сделать дырки по еще несколько дырок. Вот. А шнурочки положить внутрь своих штанов. Так, мы затягиваем этот ремень и смотрите, что делаем. Берем, протягиваем через низ ремня эту штучку, и потом тут будет появится отверстие, и протягиваем туда уже свой ремень. Вот, и это вот так вот стильненько выглядит. Запомните, всегда аксессуары дополняют образ. Там сережки, ожерелье, те же ремни.
Вот. Это смотрится более интересно, более, ну, не так тухло, более ярко. Вот. И сейчас я вам покажу последний, предпоследний образ. Так, раз, два, три. Вот, это лосины, они тоже из Зары. Это большая оверсайза рубашка, тоже из Зары. Есть у меня еще одна такая есть рубашка, она в полоску бело-синяя. Ее тоже можно носить с леггинсами. Вот. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, надеюсь, что вам было полезно. Вы найдете для себя, ну, тем больше сочетаний одежды в школу или вообще больше сочетаний одежды, что с чем можно сочетать. Я буду снимать подобные видео. Надеюсь, вам это интересно. Если вам было интересно, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. И напиши, что тебе было интересно. Всех люблю. Пока. До новых встреч. Пока-пока.